счастья, здоровья и сухих рукавов. Именно такие пожелания звучат в адрес сотрудников пожарных частей по всей стране последние несколько дней. Пожарная охрана Российской Федерации празднует 370-ю годовщину. В связи с этой юбилейной датой в крае стартовала эстафета передачи пожарного ствола. Этот символ взаимовыручки и храбрости борцов с огненной стихией переходит от гарнизона к гарнизону. В рамках празднования личный состав Северского местного пожарно-спасательного гарнизона, а также ветеранов противопожарной службы муниципалитета наградили благодарственными письмами. Их работа – это всегда риск и огромная ответственность, не только за себя и своих товарищей, но в первую очередь за жизни людей, которые ждут помощи. Поздравить личный состав приехали творческие коллективы района. Я смеюсь, я живу, этот воздух добро. В торжественной обстановке состоялась передача пожарного ствола представителям пожарной охраны Абинского района, как знак солидарности и уважения коллегам, которые не только на Кубани, но и по всей России, каждый день надевая форму, знают, что на них рассчитывает вся страна. В зале районной администрации состоялось очередное планерное совещание. С докладом об анализе работы по снижению задолженности арендных платежей выступила начальник управления имущественных отношений Елена Юрченко. Использование земель на территории Российской Федерации является платным. Одна из форм платы – арендная. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы устанавливаются договором земельных участков. На 1 января 2019 года в реестре договоров автоматизированной системы БАРС числится 3122 действующих договора. В администрацию муниципалитета поступил от арендной платы 51 031 тысячи рублей. Также на планерном совещании рассмотрели проблемы и недостатки в нормотворческой деятельности, разработку проектно-сметной документации для участия в программе по формированию комфортной городской среды. В конце встречи о наведении санитарного порядка на своих территориях рассказали главы и заместители Афипского, Шабановского, Михайловского и Львовского поселений. Общероссийский народный фронт запустил новое мобильное приложение «Народный контроль». Его цель – отслеживание выполнения майских указов президента, документа, определяющего цели развития России до 2024 года. Благодаря приложению каждый житель нашей страны сможет стать активистом и даже экспертом ОНФ. Пользователи смогут проследить, как выполняется майский указ главы государства в регионах, как влияет на качество жизни россиян и результаты 12 национальных проектов, и принять непосредственное участие в этой работе. Для этого необходимо скачать специальное приложение, доступное в Google Play и Apple Store. Для тех, кто хочет теснее сотрудничать с Народным фронтом, есть возможность выступить в качестве эксперта ОНФ. Для этого нужно пройти процедуру регистрации. Это даст возможность участвовать в рейдах, вебинарах, форумах и экспертных совещаниях, знакомиться с результатами исследований, которые проводит Общенародный фронт, методическими материалами. Эту необычную свинку зовут Маджин, ей 14 лет, и она относится к виду бабируса, одному из самых уязвимых видов свиней в мире. В преддверии китайского Нового года свиньи ученые решили воспользоваться моментом и обратить на этих животных внимание. Бабирусы обитают только на индонезийском острове Сулавеси и нескольких близлежащих. Их численность резко сокращается из-за вырубки лесов. Также этих свиней убивают ради вкусного нежирного мяса и клыков. Маджин живет в Честерском зоопарке в Великобритании. Здесь действует специальная программа по разведению. Маджин родила в Честерском зоопарке более 20 поросят. Она буквально в одиночку спасла популяцию вместе с самцом по кличке Сасу. К сожалению, его больше с нами нет. Последние 10 лет благодаря им родились редкие свиньи, которых мы раздали зоопаркам по всей Европе. Предположительно, в дикой природе осталось 5-10 тысяч бабирус. А в этом зоопарке их уже 15 особей. Изначально у нас была только пара. Потребовалось время, чтобы обрести опыт. Это дикие животные, и мы очень мало о них знали. Разводить этих свиней непросто, ведь за раз они рожают одного или двух детенышей.
Баберусы — уникальные свиньи. Их помет очень немногочисленный. Выглядят они совсем не так, как обычные свиньи. У самцов есть огромные клыки. Даже у самок есть небольшие. Но главное не их внешность, а характер. Они очень харизматичные. Все смотрители, которые с ними работают, в них просто влюбляются. Недавно в зоопарке выпал снег, а на воде появился лед. Для многих питомцев здесь подобная погода необычна. А баберусы у себя на родине вообще не сталкиваются с минусовыми температурами. Однако, похоже, холод их не пугает.